Маргай, или длиннохвостая кошка, небольшая кошка с длинным хвостом, на хвост приходится 3/7-3/8 от общей длины тела и высокими ногами. Внешний вид, уши закругленные, глаза крупные, зрачок овальный. На хвосте широкие поперечные пятна и кольца. Верх туловища от светло-желтого до коричнево-желтого цвета. Живот, грудь, горло, подбородок и внутренняя сторона ног белые с поперечными узорами темно-коричневого или черного цвета. Длина тела 50-80 см, длина хвоста 30-40 см, высота в холке 30-45 см. Вес животного составляет от 2 до 5 килограммов, длина тела от 45 до 81 сантиметра, а хвост 30-55 сантиметров. У Маргая только пара сосков. Глаза животного большие, а радужная оболочка темно-карая, с красивой белой и угольной окантовкой. Колени и лодыжки Маргая могут поворачиваться на 180 градусов. Он отлично прыгает, до 4-9 метров по горизонтали и вертикали. Маргай обитает в густых лесах, от субтропических вечнозеленых до тропических сухих и на высоких надгорьях. В природе длиннохвостые кошки живут 10-15 лет, в неволе – значительно дольше – 20-26 лет. Маргай или длиннохвостая кошка